Так, ладно. Сейчас пойдем дальше. Так, стоп, тихо. 5 аспектов новых, нифига себе. Увеличивает количество получаемых байтов, но они теряются после смерти. Ускоряет перезарядку. Увеличить урон гранатометами. Увеличить навык уклонения и позволяет перекатываться сквозь врагов. Это вообще прикольно. Перекатываться сквозь врагов. Блин, как хоть это выглядит? Заюзать, что ли? Где это? Циркач, скорость нет. Ключи начинает восстанавливать, возвращение начинает ускоряет перезарядку, увеличивает урон от себя. Снижает, снижает, увеличивает урон. Скорость бега и... где это? Уменьшает штраф, увеличивает урон на себе пистолет. Скорость. Не вижу. Блять, я нереально не вижу, блять. Это дебильное, потому что вот. Меню, блядь, нихуя не видно, блядь. Здесь написано, здесь нормальный шрифт, а здесь справа нихуя не видно, блядь. Это, блядь, под микроскопом, сука, должен читать, нахуй. Бесплотность, вот, да? Наконец-то. Просто пизда. Паскуда, блядь. Куда ты, сука, вылез? Не видишь у меня смена оружия? Так, это сюда, это куда, это... Это никуда. Ладно. Ай, сейчас, секундочку. Шикундосину. Душ моих глаз. Блин, я забыл, как тут надо действовать, правда. А, вот так лучше. Здорово, чувак. Как жизнь? Не замерз тут? Не вспотел? Хорошо ли вам тут живется? Куда этот огонь идет? Он рандомно идет или как? Ясно. На ту сторону тоже можно пройти. Вот только нужно ли? Это вопрос другой. А, не понял. Тут, короче, слева и справа проходы есть.
Кубич вылазит. И тут с базовым компонентом, да. Ага. Ну понятно, как это устроено. Короче, слева-справа прохода, а посередине гвоздик. Ой. А тут, наверное, тоже что-то есть. Там нет? Перестань. Пробраться туда, что ли? Ага. Тут что, вниз куда дверь, смотри. Прикольно. Пойдем схожу. Не пожалеть бы. Чувак, я тебя вижу. Девятое оружие, емкость же маленький. Блин, на цыпочках надо ходить. Иначе писта. А, ну вот эти вот, да? Ага. Нажимные. Не смей. Не смей на меня рычать. Энергетик. Ладно, вроде бы больше нет ничего, да? Можно дальше идти, наверное. О-о. Тихо, нахуй. Сейчас как пыхнет жаром, блядь. Я покойник. О, лестница. Ладно, пошли залезем. Поглядим, что... Что хорошее? Чува, блядь. Хуй знает, чува. Ну что-то. Страшно, блядь. Вдруг чё? А, ну я тут был, да? Сундук облопанный. А как я тут мог быть? Хрен знает. Да, я тут много где был, вообще-то говоря. Я, кажется, припоминаю, да. Офигел. Я на шаг могу, смотри. Наглый какой. Что ж,
Я сейчас заблужусь, короче, и назад не попаду уже никогда. Опа. Так. Ты мне не нравишься? Сдохну. Блин, зря я сюда иду, я обратно дорогу не найду. Баги, ха-ха-ха. Баги. Формитивый индикт. Индикт твою. Твою медь. Вот это вот горелка. Горелка, блядь. Значит, где-то есть это. Нажимная плита, скорее всего. А, ну это я сюда же вышел, да? Хрен его знает. А, ну да. Блин. А куда же идти тогда, да? Ха. То есть это я по кругу прошел после. Может туда спрыгнуть? Ну, вообще-то не похож. Что там, трубы, провода. Ох, идите. Ну, пошли вниз тогда, чё. О! И здесь я был. Жити-то, други мои. Вот, вот да, вот эта вот игра так устроена, то есть как бы вроде бы уже все, а на самом деле не все. Локация перетекла в другую локацию. Ну, пошли направо, допустим. Блять, а это куда нахуй? Эту игру очень... О! А вот и другая локация. Хо-хо-хо. Ну, пошли. Куда это сейчас меня закинет? Я сюда тоже заходил по дурости. Ну, недалеко прошел. Это, естественно, поимели все, кому не лень. Ну, на этом все и закончилось. Вот там вот лутик лежал, помню, да. И тут темно еще. Но сейчас вообще-то посветлеет. Это я тоже помню.
На, тут вот это вот было. И, короче, все в лаве. Биогор, расплавленный утес. Вот, светлево. Меня тут кто-то жутко-жутко отхерачил в прошлый раз. Ага. Вон тот, по-моему, да? Прикольно тут у вас. Тепло. Отопление дали. А это Роснефть? Или не Рос? Чувак, а давай я тебя вот так вот сделаю. Ну ты падла, ты чё? Дурачок какой-то. Блин, их тут двое. Да отвали от него лох. Блин. Блин, ну вот, начинается геморрой. Ай, опять выживать. Опять выживать. Опять выживать. Надо мне. Опять мне придется выживать. Поганая у тебя атака, чувак, я тебе могу сказать. Сам ты козел. Так. Тут надо, короче, ледяные кувалды. В руки брать. Ну, он пока так это, хреначит этой атакой, его можно очень... Опс. Здорово, чувак. Как жизнь? Лучик я тут собрал в прошлый раз. Есть. Так, а это найдет. Желтый кристалл. Ага, я тут пройти куда-то могу. Ну-ка, ну-ка, интересно, куда? Я хочу посмотреть, куда это ведет. Японский бог. Ты еще куда-то ведет. Офигеть. Просто офигеть. Давай пройдем чуть-чуть. Глянем, что тут. Хрень какая-то стоит, а? У меня глюки? Нет, не глюки. Убивать будете? А, это босс! Типа. Понятно.
Да ладно. Вы совсем что ли ополоумели? Такие молодцы, я балдею. Ну так это... Кто бы сомневался, нахуй. Кто вы и кто я? Сколько вас и сколько меня? Так, ну короче, тут надо тактику опять демонстрировать. Тихо. Пулт. Так, а какая тактика будет у нас? У меня. Какая у меня тактика будет? Забежать и свалить. Так. Как вам такая тактика? Нормальная, по-моему. Так, что ж с ним делать-то? С четырьмя-то, блядь, или сколько их там было? Трое, пятеро, 20, 28. Хз даже. А если дальше куда-нибудь пробежать можно? О, зато тут что-то есть. Снижает получаемый урон. Вот поэтому эту игру при первом прохождении и не особо смысл есть записывать и выкладывать на видео, потому что вот эти вот попытки, пока поймешь, как босса валить, это все отнимает время, и смотреть это все унылое говно на самом деле. Ну пару раз можно, я сейчас попробую, а он просто свалю нахер. Я просто хочу посмотреть, куда-нибудь еще тут можно. А, ну тут, наверное, тактика за камнями прятаться просто. Блять, ну все, я опять умер, считай. Ну да. Если бы это падло еще с ног не сбивало, ну было бы слишком просто. Ладно, пошел я отсюда. Нихер тут делать пока что. Хотя, как бы, игра намекает, если ты не можешь этого босса пройти, то к следующему вообще тебе делать нечего, ходить. Как бы, такой тонкий намек, блядь. Сиди дома, пей чай, блядь. Но это не наша политика. Не будем всех вот так вот делать. Вот так. Так вот. Так, надо это... А, обелиска-то нет, да? Блин. Дайте обелиски. Я хочу пушечку сменить. Блин, надо прокачать все-таки эту... Эту мою супер... 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 Какая... Супер снайперку. Ёпта мать, они тут все такие, что ли?
Отвали от меня, козел. Не видишь, я со старшими разговариваю. А, я не достаю. Ага, крокодил, ты не брат. Давай в честном бою драться, у тебя же вон что есть. Щит. Какая-то хрень непонятная. Не залочился, сука. Ну так. Код защиты, емкость, складывающий пластырь. А, во. Игольщик огненных песков. Так, ну-ка, код защиты увеличивает здоровье, живучесть. А у меня вроде была живучесть. А у меня две живучести теперь есть. Что? То есть я могу, в принципе, две живучести воткнуть и не париться, да? И все. Не, ну падла, а? Ты куда? Не, ну ты понял, типа, ребят. Дотягивается, смотри. Угасил. А ты чё? Самый умный, что ли? А ты чё? Не лочится. Если его лочит сразу, он попадает. От него трудно уклоняться, когда он залочен. Вот, правильно, давай. Я ж хотел это поменять. Тебя поменять на... А где она, вот это что ли? Ледяную кувалду, да? Это всем известно в целом мире. Пиздец, все кнопки перепутал, нахуй.
Воитель, воитель, ёб твою мать. Подохни уже, курица. Спецкомпонент дали, ага. То есть теперь я могу улучшить пуху. Это надо сделать сейчас. Может и не надо. Не знаю даже. Ну разочек можно. Вот так вот. Больше не буду пока что. Ты чё не помер-то, горожанин? Давай. Хорошо. С этими тактика. Что за хрень? Ты музончик такой. Такой приготовился. Спокойно так. Как в санатории. Злобствует там что-то. Эй, эй! Где ты там засел? Я промазал. Ну перестань, давай умрешь и все. Я чё от тебя убегать и уклоняться? Так, ты чё? Да так не убить, да? Ясно. Ладно. Ты не помер, как ты посмел? Кому ты нужен здесь живой? Все хилки уже потратил, блин. Ну так всегда бывает, бывает, когда первый раз идешь по локе, не знаешь же, что ждать. Ну, понятно, конечно, что ждать. Ждать примерно всего везде одно и то же, но куда он кидает? Где он? Блин. Ну да, отлично, чё. Просто зашибись.
Ладно. Надо искать укрытие, значит. Так. Сумочка. Смотримся, посмотримся. О, что-то. Разблокирую дополнительную ячейку вспомогательного. Разгрузка четвертая. Интересно. А оно мне надо? Я как-то промазал. Из снайперки? Ты промазал из снайперки сейчас, чувак. Понял? С оптическим прицелом, блядь. Съебываем. Сабейшн. Ой. Сабейшн. Да зало, чего уже, блин. Ты что творишь-то? Ты же подохнешь сейчас, придурок, ёптать. Ту-ту-ту. Музончик нравится. Та-да-дам-там-там. Подозрительный переход, блядь. Очень подозрительный. Так, что тут пропустил что-нибудь? Конечно, пропустил. Как же без этого? Катана! И сюда катану засунули, какие-то твою мать. Ты в меня стрелял, козел. Найдите за это. Ломом по башке, блядь. Кабан. Так, туда лучше не падать, да? Ну чё, где музон? Давайте. Вижу шортик. Или это не шортик? Зачем вот эти вот? Ачивки, что ли, дадут? Как я не понимал смысл этих ачивок, блядь. Охуенно. Еще лестницу специальную сделали, блядь. Не лень, нахуй. Под бесполезность сделали бесполезную лестницу, вот эти. Может, это, конечно, не бесполезность, но я хрен знает. Кстати. Вот эти вот три последних, это все бесполезно, блядь. Это все не надо ничего. Протокол скелет, скоробей. А, протокол скелет. А!
Я так понял, то, что вот это вот восклицательным знаком, вот эти двери я еще не открыл. Что ли? Обгорелый медальон какой-то, глаз поломка, сердце гнева, ключевые предметы, раскраска доспеха, камуфляж 2. Ну, норм. Наверное. Не знаю даже. Биогор огненной глубины. Да меня нелегкая, блять, ведет пульная. Изначальная власть. Это босс, что ли? Что вы мне не нравитесь? Никто. Ни один, ни второй, ни третий. Ну ты-то ладно, ты вроде норм, пацан. А вот те двое-то очень подозрительные чувачки. Патронов нет, ё-моё. Ебать. Я вот не заметил, сколько у меня здоровья было. Как-то он меня так ваншотнул. Веселуха. Веселуха. Ну, тут сундук, оказывается, был. Я не заметил. Изыди. Углеродистый. Так, у меня... Ага. Можешь пробежать? Чё опять не бить, что ли? Это не сложно, но... Просто лень. Да ёб твою мать. Пробежал. Сейчас меня тут и похоронят, на. Может быть, не сразу, конечно. Я еще покарабкаюсь. Фиг меня знает. 100 метров прошел, хилок нет. Вот и к малогу я также шел. По 3, по 5 заходов. А там локация огроменная. Ну, такая же, как и здесь, наверное. Может, больше. Хорошо. Это было хорошо. Неожиданно хорошо. Не попал. А я попал. Блять, снайперы ёбаные. Они даже из гранатомета палят точнее, чем я. Из снайперки.
Че не твое это оружие? Да ёб твою мать, ты живой что ли, сука? На глюки или что-то было, нет? Глюки. Как обычно. Ты уже читал. Где тут этот мелкий? Сюда подошел. Как ты не... как он не умер, блядь? Как он не умер? Как он не умер-то? Это просто пизда. Я что-то не врубился. Или его оживляют? Оживляют. Наверное, его тот хрен оживил. Он же помер, блядь. Или у меня опять глюки? А еще этот пидор очень медленно оружие меняет. Его успевают задамажить. Тут, короче, надо учиться пробегать, но так, чтобы всех врагов убить по дороге. Да, правильно, ты дуй, а я пока того вон грохну. Блять, спидер. Идет. Хорошо. Тактика рулит. Так, тут, наверное, надо в наскок. Или нет. Бей! Ту-ду-ду-ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту. Надо было еще снайперку качнуть, наверное. Что-то не надо. Ой. Так, ну это получается, значит, надо того сначала убить, да? Сначала вот этого. Потом спрятаться. Он не даст. Охренеть, урона. Наверное, надо
надо вот этого сначала грохнуть. Я так почему-то подозреваю. Потом вот этого. Перезарядиться. И потом уже вот с этим. Сюда подошел. Перец. Ну, слава богу, рассосался. Так, ладно, тут что, больно? Ай, больно, да, больно. Ай, не очень, но больно. Хотя, почему не очень, непонятно, на самом деле. Это ж долбаная лава. Давай, ну тебя. А, побыстрее ты, сука, не можешь по лестницам сбираться, когда тебя угроза смерти ожидает. Можно и другим путем пройти, наверное, да? Вот этим. Здесь, наверное, будет полегче, подумалось мне. И на, по башке, блять, сверху гранатой. Ну или просто по башке. Поддохни, падла. Сначала. Лесенки. По лесенке. Что? Понятно. Если с этой стороны идти, то тут еще один. Бесконечный, что ли? Ну и хер с вами. Я-то не бесконечный. Опа! Ты кто такой? Что это, какие-то угодья, блядь. Прекращай это. Ебать, их там понавылазило. С копьями, блядь. Со щитами. Дайте мне тоже щит, я щит хочу. Вот и ничок. Почему мне щиты не дают? Почему я не могу щит себе взять? Так вот как ты устроена, нефтедобывающая вышка. Вулканический секач. Угу. Это по мою душу пушка, походу. Ебать, тут прикинь, тут, блядь, миллион левелей, блядь, с половиной. Вот так же было и тогда.
А может быть, вас вот так вот валить проще? Ай! Еще какая-то падла. Примчал. Я не понял. Ты сдохнешь, нет, сегодня? Ёп! 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 Окружили демоны, блядь. Съёбываем нахуй. Непонятная ситуация. Ситуёвина, блядь, вышла из-под контроля, нахуй. Они, короче, не бесконечные, но они, походу, как-то оживают. По непонятным причинам. Да, вот тут пригодится особое умение это. Особая атака. Да ты перезаряжайся, пидор. Ладно. Давай атаку сверху. Атаку в падении. Встанет? Вставай. Хочешь как хочешь. Лежи мертвый. Как-то быстро ходят, по-моему, нет? Как-то. Как-то неправильно ты ходишь, мужик. Блять. Это все и закрыто. Ни один сундук не дадут открыть, но это дали. Защитник механика. Защитник механика. Название, конечно, ребят. Опс. А тебя типа лава не дамажит, да? Тебе типа похуй, да? И ты хочешь, чтобы я в нее встал, да? И с тобой бился, да? Такой, бля, умный, я ей-бо. Ладно, хрен с тобой. Я по твоим правилам воевать не буду. Бля, как я зря сюда пришел. Ебать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все плохо тут. Как тут все плохо, ребята. Надо качать снайперку. Так, стоп, а вот энергия может быть. Ну-ка, подожди-ка. Капсула байтов. Маленький. Маленький энергетик. Подтвердить. Вот оно, блядь, для чего надо. Охуеть. Я к концу игры только это понял. Ну, я вообще-то не уверен, что это конец игры, но... В общем, ладно. Спишем все на маразм. Да. Давай в честном бою. Вот так. Питер, это нечестный бой сейчас был.
Дайте сейвилку, алё, блин, гараж. Мне не дадут. Можешь не просить, нахуй. И мой тут локация пиздец уже. Здоровенная, ёб твою мать. Ебать, куда идти? Зачем? Почему? 70 тысяч душ. Это два уровня, но... Конечно, не... Все фигня, но... Специальный КВС, средний энергетик, не чувствую, специальный компонент. Это куда ведет? У меня реле вообще-то есть, я могу вернуться, но не хочется. Хочется найти шорт, которого нет. Скорее всего. Занесла ж тебя нелегкая, ёптать. Тут ага, а вот это, наверное, шел, да? Ага, ура, кабура на брюк выбира. Ладно, на этой прекрасной ноте я завершу наш сегодняшний поход. Всем пока.